Башкортостан за год пандемии не досчитался более 40 миллионов рублей, которые мог бы получить при предоставлении ритейлу лицензии на продажу алкоголя. Вместо запланированных 80 миллионов госпошлины республика получила чуть больше 36 миллионов рублей. Данные приводит Министерство торговли и услуг республики. По данным ведомства, причина в автоматическом продлении лицензии, истекших с середины марта до конца декабря. Таким образом, затраты розничных предприятий на их приобретение значительно сократились. Всего за 2020 год регион получил от производителей алкоголя больше 11 миллиардов рублей. Из них более 7 миллиардов поступило в бюджет республики в виде акцизов от местных производителей пива и 4 миллиарда от перераспределения акцизов в зависимости от объемов продаж. Напомню, в Башкортостане на сегодняшний день работает около 1500 организаций с правом продажи алкоголя в более чем 5500 торговых точек.